странно, мне всегда, помимо, безусловно, танцев, мне было всегда интересно петь. Но я думаю, что это было связано с вниманием, которое мне оказывал педагог. То есть это была такая безумная мотивация. Она всегда говорила, что, боже, какое у тебя артистичное лицо, и как ты хорошо исполняешь. Мне сложно сейчас судить, насколько это она говорила про мои какие-то навыки в области пения, либо она просто была очарована моей харизмой, но мне всегда это было интересно. Также пытно, каково это быть актрисой, как это актерствовать, потому что недавно совсем мы пересматривали с родителями очень старые записи детские, и в детском саду у нас был спектакль, где мне выпала честь играть Снегурочку, поскольку у меня был целый текст, большущий текст, который я учила каждый день, потом представила на спектакле. Поэтому, наверное, да, мне всегда была интересна вот эта вся медийная сфера относительно пения, актерствования, танцев, танцевания. Но помимо таких деятельностей, мне всегда было интересно руководить. Я не знаю почему, но все же, наверное, играют, да, в куклы. Куклы, различные такие игрушки, и мне всегда нравилось управлять. Наверное, отсюда есть какая-то такая нить, почему мне интересно всегда направлять людей, подсказывать им что-то, да, и организовывать именно людей. Вот, пожалуй, вот это мне интересно. Меня вот это завлекало в детстве. Училась и что окончилось? Я закончила Уральский федеральный университет в городе Екатеринбурге. Я бакалавр, и специальность у меня экология и природопользование. Эй, почему именно этот факультет? Так сошлись карты, когда стоял выбор, на кого мне идти учиться. Мне всегда была интересна престижность именно образования. Может, это прозвучит как-то сейчас неправильно и однобоко, но у меня был выбор между тремя вузами. Первый вуз, это у нас был экономический, не особо он был интересен, но я понимала, что, в принципе, возможность есть туда поступить. Второй вуз, это был этот федеральный, но тогда он не назывался федеральным, он был просто гуманитарным университетом, государственным университетом. И мне просто хотелось попасть туда, поскольку это вышка в городе, то есть это самое лучшее было образование. Но и, безусловно, третьим вариантом было танцевальное. То есть я помню, в то время еще было целых два бюджетных места, целых два бюджета для танцев. Это вообще, конечно, невероятно круто. И я сдавала экзамен, не попался народный. У меня был наивысший балл. Я помню, что у меня была супер возможность, я стояла первая в списке поступивших. То есть я могла спокойно перейти на бюджет. Но я решила, что в данном случае с танцами не смогу связать свою жизнь, что я хочу серьезных вещей. Мне интересна экология, я хочу заниматься природопользованием, и я пошла на бюджет вот на эколога. Не могу сказать, что это прямо была моей мечтой, да, но почему-то на том этапе я это выбрала, и, соответственно, значит, это должно было случиться. Продолжала ли ты заниматься танцами во время образования? Да, это очень хороший вопрос. Я никогда не прекращала заниматься танцами. Как бы я себе не говорила, что да, танцы можно опустить, танцы это не важно. В итоге весь университет я плясала, я занималась постановками на различных мероприятиях, я организовала команду. Ты понимаешь, сам факт, что я заставила танцевать нетанцующих биологов, которым, в принципе, не нужно было никаких танцев, никакой развлекухи, им нужны были просто учебники. Но танцы были всегда в моей жизни, и даже когда пришел период сдавать диплом, получать какую-то степень. В итоге Варя за неделю уехала в Швецию на стрит-стар и всю жизнь танцевала. Но это не помешало мне получить диплом. Наверное, это просто открыло для меня какую-то новую грань. Я поняла, что глупо отворачиваться от танцев, если они всегда в моей жизни. Что дало тебе образование эколога? Это очень хороший вопрос. Опять же, ты молодец. А хороший вопрос, потому что я все еще прихожу к ответу и сравниваю людей. Не сравниваю, а наблюдаю. Это будет правильнее сказано. За теми, кто не получал высшее образование. И я понимаю, что высшее образование, неважно какое оно дает тебе интеллектуальную составляющую в жизни. Ты настолько учишься подавать себя в обществе,
именно в университете, что это сразу контрастирует с людьми, которые прошли эту ступень. То есть, например, как мы пытались списать, там, да, как мы пытались изловчиться на экзаменах, когда к ним не готовились. То есть это все такой опыт, который тебе, в принципе, в жизни необходим. Опять же, это мое мнение, и люди могут его оспаривать, но этот вывод я сделала из наблюдения, и я считаю, что если есть выбор, идти учиться или нет, лучше идти учиться. Возможно, 18 лет сложно понять, куда двигаться и что делать. Именно, может быть, в университете для кого-то откроется истина, истина предназначения. Это, на самом деле, очень важный аспект во взрослой жизни. Окей, на данный момент ты считаешь, что сделал правильный выбор профессии или все-таки могла бы выбрать что-то иное? Я считаю, что правильно. Безусловно, время какое-то упущено, и мы всегда будем о нем сожалеть, и это сожаление, но немножечко навязанное. Я понимаю, что когда я училась в университете, я была просто не готова. Я была просто не в состоянии, например, вести ту деятельность, которую я сейчас веду. То есть у меня не было достаточного количества знаний, не было сил, не было команды, не было ресурсов. И, возможно, если бы я тогда пришла к какому решению, да, что я должна танцевать, я бы, скорее всего, пропустила это точно так же, то есть я бы не смогла всю эту ответственность на себя взять. И поэтому это как такой, как подушка безопасности, где я вроде бы проводила время, но и какое-то еще и получала образование, какую-то еще новую информацию для себя находила.